Кубок мира в Казани. Сегодня главный трофей Мундиаля представили на площади Тысячелетия. Эта 6-килограммовая золотая награда пробудет в столице 3 дня. Сфотографироваться с кубком смогут все желающие. Кукмыр и Сабы стали побратимами китайских городов. Таковы первые итоги 2-дневного рабочего визита Рустама Миниханова в Китай. На деловом форуме наша делегация презентовала инвестиционный потенциал Татарстана. Россиян обязали сообщать в МВД о поездках в города чемпионата мира 2018. Это касается тех, кто посетит Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Саранск или Сочи в период с 25 мая по 25 июля.